ребят, заходите. Эрик, что там долго еще? Да, у меня просто прогрузка была. Бегу за тобой. Быстрее, ребята, нужно. Это уже началось. Алло. Уже началось? Да. Ко мне родись. Рядом. Так, мы какую сторону бродим? Вот это вот. То есть получается южно-восточный. Он с нами уже в отряде. Рассредоточьтесь, ребят, пожалуйста, принимайте врага. Пожалуйста, не стойте все на ралли, рассоситесь куда-нибудь, зайдите в здание, которое на точке хотя бы. Иди куда хочешь, главное не стой на раллике. Радис, у тебя есть бинокль и медик тоже. Высматривайте противника. Принято. Принято. Стрельба. Так, откуда контакт? Это ХЗ. Ой, на тебя в голову убили? Подниму. Бля, ребята, ну не в один дом, 700. У нас противник здесь, возле дома. Нет, ранили. Эрик, вставай, на, держи этот дом. Ух ты, ты на крышу залез, блин. Угу. Дай на метку перемещения в здание. Как мы уже, блядь, 14 никитов посрали? Эрик, это тебя убили? Нет. Танк. Они близко. У меня в доме. Понял, бегу к тебе. Отхиль меня. Двоих снял. Давай. Окей, держи позицию в доме. Держу. А по тебе танк бьет. Меня танк подавил. Это Стюарт. Сказал же, на метод передвижения, киса, встань. Я заспавнился. Ты уже два раза, что ли, заспавнился? На метку передвижения, куда ты бежишь? Блять, открой карту. Меня взорвали гамма-бомбой. Понял. Они в доме. На метке атаки противника. Сейчас бы нас выбили. Уже стреляют по метке движения. На доме зачистил. Найс. Nice. Тут танк под... Ралик 2 минуты обновлять. Обновить. Обновляй, обновляй. Здание будет на каком-то же третьем, на втором этаже третий. Как заходишь по лестнице, сразу направо. Ради спробую зайти. Есть, вот, все, всех убили? Да. Да. Встаем с распи. У нас позиция. Я же сказал, что там танк.
Ставим СМСП, бежим. Радист, давай ко мне. Сложно, я на раллике, а тут в порту. Окей, тогда держи оборону. Держу, пулеметчик и медик ко мне давайте. Принято. Они прямо за домом, где я. Прямо за... Поднять можешь меня? Я прямо на входе. Пулеметчик, иди быстрее ко мне. Убил радист. Ралик на Вупста. Пытаемся зайти на прежние позиции, либо хотя бы заедь дома. И подпустить противника. Они с командиром захватили ее. Ребят, сейчас нужно будет отступать. МСП заберите, увезите ее на другой. МСП уже перевозит, отлично. Спасибо. Шерман на мне. Уходи. Забудь про меня, уходи. Уходи. Ты сейчас ты погибнешь, блин. Ай. Шарм слили. Ребят, пробуем встать на центр моста. Контролировать низ так же, как и вверх. Ёбаный рта, блядь. Так. Oh, okay. Помоги. Где себя ждать, на СП или на точке гора? Я уже поставил ралик. А, все.
рассасывайтесь, ребят. Надо около меня стоять. Я ж уже ралли. Занимай позиции на мосту. Спускайтесь вниз. Поверху сейчас будет идти огонь. Спускайтесь вниз под мост. Эрик, если Григорий поднимет. Да, хорошо, не торопись. На среднем уровне моста пока чисто, тихо. Я на нижнем стою, все тоже чисто. Поднимите Эрика. DVD, блядь, скажи этому хуйлу 7АД, блядь, который сидит на пушке, блядь, сука, в глаза не долбится, блядь. Сука, он меня уже несколько раз убил, блядь, сука, стреляет. Сука, блядь. Но вон сидит там на пушке, блядь, логист ебучий, блядь. Уёбыш, блядь, лесной. Вон опять, блядь, сука, стреляет. Вот, блядь, сука, вот он меня убить хочет, блядь, я мод взрываю. Он по мне ебёт, урод, блядь. Что ты мне это говоришь? Смотри. Гол. На точку дыма пошли. Окей. Окей. Командир, там у восьмерки вон, с юга. Там еще шестерка стоит. Я возле ралика остаюсь и девлю, да? Да, можешь там остаться.
противник на МСП, ребят. На ЗДФ. Снайпера со стороны ремонтки с нашей стреляет. На мосту дымовой кирпич. На мосту дымовухи пошли? Да. Окей, прощаем. Что по точке? Пока наша. Радис, подойди к лазону командора, пожалуйста. И сиди около него. Бегу. Ребят, сейчас, секунду, нужно быстро отойти. Сдержите мост. Отойди. Не сидеть рядом, просто бегай где. Понял, ты, ну хорошо. Но я лучше рядом с тобой. Тамарда. Блин, у нас тут пополняет, нигде нету, блин. Только на той точке. Смотрите на метки, где идут. По нижнему пролету проходят. С твоей стороны? У нас там сила стоит. Противник под мостом, говорят. Осторожно. Нижний пролет, да. Они вот на моем круге. В
вставай быстро на ралли. Надо дефать. Я там их нормально гранатами разбирал. Красный. Ралик. Либо они ралик на дефай. А либо они поверх пошли. Посмотри наверху. Чистил под мостом. Нет, прям на возле ралика стоит за углом и встречает. Понял. Там тянуло. Ну, Земке скажи, чтобы аккуратно. Зачистил ралик. Ралик за минуту обновляешь? Да. Обновлять. Ралик опять раз. Нашел его. Убил. На следующем под мостом следующей колонны. Он прямо здесь за углом стоит, ждет на нас с командиром. Да. И он не один, походу. Встаем, дефаем. Нашел. Радис, лежи, у тебя есть 5 минут, я тебя потом подыму. Точка потихоньку наша становится обратно. Окей.
Да мы пошли, не с фосфором. МСП вас блокает, он саут. Вы останьте на МСП, пожалуйста, и разблочите. Надо проверить ее. Она разблочена. А, мне что-то она разблоченная была, ладно, не, может, там не баг. Просто кто-то побежал мимо. Мостом или да, по пролету? По пролету и туда, к пушке прошли. Флаг, он говорит. Бегут по центральному мосту, бегут много. Внизу, да, бегут. Они уже прошли сверху по мосту, с левой стороны. Сейчас они здесь уже будут. Давайте экономить дикеты, типа не вылазим, это триггер вообще. На мне, ребят, почему? Не гивап. Как заебали эти снайперы. Спасибо. Ребят, противник где? И под мостом за.
пока нас медики поднимут. Эрик, пережди, пока арта пройдет, после этого поднимай всех, кто лежит не вчера. Да это арта, блин, она, блин, с пушником лупит. Вставай на ралики так. И жди, пока арта закончится, чтобы меня поймет. Окей, к тебе уже медик подбегает. Сзади расстреляли нашу эту машину, командир. По спине, аккуратней. Ребята, сидите около кис. И обороняйте. Пока он в триггере, мы не проиграем эту точку. Гоу-гоу-гоу-гоу, Джей! Ебаный рот, блять, этой артиллерии. Своим телом. Так и сделал. Эрик, лежи, сейчас тебя подниму. Заходь, метки откинул. Ну лежу, короче. Да, сейчас я подниму тебя. Если в спину не убьют. Пока его сейчас захватят его, еще 2 секунды. Слева, слева, слева. Кисы, 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 сейчас за тебя будут. Слева. Все, убил. Отлично. Там радист ихний. Да, я убил. А, они захватили, да? Пиздец, я здесь гранаты налево-направо раскидываю. Все, кончились. У меня уже патроны заканчивают. Убил его, Фрай. Бля. Хорош. Сейчас я тебя попробую поднять. Попробуй. Только здесь очень много врагов. У меня все.
Тогда все же нужен хейдибочек. Бегу сейчас. Oh, thanks. Давай сюда. Да так уже тут никого не было. Уже уходить нужно. Сейчас подлечимся и пойдем. На самбочку пойдем, дети. Пробуем здесь встать. Не в самой точке, вот здесь встанем. Они заходят с востока. Через дорогу уже будут. ТК, аккуратнее, там стрельба была. Да. Да, и бегу. Гранат. Кидать туда гранату, и гусь передо мной будет. Куда я смотрел? У меня уже нет гранат, я закинул. Окей, тогда жду, пока поднимете. Командир, передо мной через дорогу группа. Он там же, за деревом, никуда не двигается. Прямо на DVD? Да. Ралли пусты. Спасибо. Так. Они умирают.
тоже стреляют, азимут 30. Нам нужен ралик, иди. Я понял. Со спины стреляют. Револьвер. Блять, ну серьезно, его не... Ралика не будет. Четвертому побежал, у него вроде радист нету его, ясно. Эрик, лежи. Вон на точке фарс есть. Сзади семерка с радистом. Я убил его, Эрик, того пехотинца, который почистил. Временный ралик поставил, стоим здесь. Вот. Ты успел, я нет. Гренадеры, Эрик, подойдите ко мне. Я... у меня убили. Если Фрай подымет, то... Сейчас я подыму. Подожди. Командир, тут просто точка обстрела аккуратно этого артиллерии. Идемте за мной.
5 тикетов. Да с той стороны, что ли, пушка у них стоит? Да, на том берегу реки у них пушка. Авиация, я не помолить. Всю игру сделали. Да, хорошо, отыграли. Вообще не останавливаюсь. Я... Карту посмотрим, поставьте. Когда плана никакого нет. Я вообще играл как оно просто. Сразу на минометы походу. Сколько их тут? Три, наверное. Да шпарит. Потому что, блядь, бриты, которые с нами 7АД, но просто тройка, не мог, блядь, за всю игру. А то ни разу уничтожить. Видел к ним 100 раз тыл. Блядь, пусть ходит на паблик дальше, учится их. Танк катается у них. Они в бункере, где Акисов валяется убитый. Там много их. По точке. А 6 тикетов, тут без разницы уже, что по точке. Так только что было, блин, 4. Точка падать начала. Сейчас остановилась. Чуть-чуть упала и остановилась.